Джанета Сапарова перешла учиться в гимназию имени Тахтара Аубакирова всего год назад и тут же записалась в клуб журналистики. Талант девочки отметили сразу, а потому отправили на 12-й международный медиафестиваль в Астану, где Джанета удостоилась специальной награды – сертификата на льготное поступление на факультет журналистики в Евразийский национальный университет. Я с детства мечтала поступить в Евразийский национальный университет, но судьба мне преподнесла такой подарок, что, поехав на медиафестиваль, я участвовала в юнкоре 2016 года, и на этап конкурса мне вручили сертификат. В редакции школьной газеты трудится около 20 школьников гимназии и студентов колледжа «Мирас». Редактор издания Татьяна Войтенко уверена, ее ученикам очень важно посещать фестивали и конкурсы, особенно такого высокого уровня. Девочки имели возможность расширить свой круг знакомства с другими журналистами, обменяться опытом, получить мастер-классы от ведущих журналистов Казахстана, поучаствовать в брифинге, который проходил в центральном аппарате партии «Нур-Отан», где они, можно так сказать, напрямую участвовали в решении государственных вопросов, таких как двуязычие, полиязычие. Журналисты из гимназии – единственные представители Темиртау на медиафестивале. Им пришлось соперничать с юнкорами из России, Украины, Беларуси и Германии. Ведь помимо таланта учеников, в Астане оценивали и продукт их творчества – газету «Номина». В этом году газета заслужила 5-е по счету гран-при фестиваля. Сергей Баданин, Светлана Лебедева, новости Темиртау.